Праздник с незабываемой атмосферой. В «Красных крыльях» состоялось открытие лыжного сезона. Более 200 спортсменов из разных городов Подмосковья стали участниками лыжных гонок. В мир драйва и ярких эмоций окунулась и наша съемочная группа. Родители, друзья, сопровождающие, провожающие, давайте-ка немножко зону освободим. Освободить зону для новых побед – занятие непростое, особенно когда на старте маленькие лыжники. Эмоции зашкаливают. Традиционное открытие лыжного сезона состоялось в «Красных крыльях». На старт заявились более 200 человек. География участников обширна. Серпухов, Пущино, Подольск, Чехов, Ступино. Самые младшие покоряют дистанцию 500 метров. Те, кто постарше, бегут от километра до трех. Самые старшие – 5 километров. Самое сложное – это преодолеть самого себя, выйти на дистанцию, поскольку предновогоднее настроение, хочется праздника, а тут приходится бежать по сложному рельефу. А у нас действительно очень интересные трассы с хорошим рельефом, которые соответствуют многим российским стандартам. Трасса готовится коллективом спорткомплекса «Красные крылья». Ширина и подготовленность на уровне. Мы снегоходами готовим своими силами оборудование, которым потом равняем, режем. И вот посмотрите, собственно, действительно плотное. Вы стоите, никто не проваливается, лыжи едут, трасса шикарная. Новогодняя снежная погода и все радости зимы в одном месте. Это праздник спорта для всех с незабываемой атмосферой. Я решила себя испытать впервые в этом году. Я занимаюсь уже 4 года. Ну, я не могу не пропустить соревнования. Это для меня первое соревнование в этом году на лыжах. У меня занимается старший брат, его зовут Данил. Мне помогала Марина Геннадьевна. Это кто? Это наш тренер. Мне очень понравилось эти мои первые соревнования. Я буду участвовать еще. На старте сегодня не только любители. Никита Фирсов, победитель всероссийских стартов, неоднократный призер областных соревнований по лыжным гонкам, отправляется в путь за очередной победой. Я занимаюсь с первого класса. Соревнования не поддаются счетам. Я участвую в соревнованиях, потому что хочется показать себя на дистанции, получить призы. Сегодня у меня боевое настроение, я готов на все 100 выложиться на дистанции, я это сделал. Победителей и призеров ждали награды. Это грамоты, медали и, главное, гордость побед.